Привет, мои друзья! Сегодня на обед мы идем, вот позади меня такая вкусненькая пиццерия, итальянско-американская, под названием Amici's. Там очень тонкое тесто делается, очень-очень тонкое. Я люблю пиццу с тонким тестом. Вот, ну что, пойдемте покажем вам и что-нибудь закажем. Очень вкусная пицца. В Америке все сделано из серебра и золота. Очень много денег в стране, то есть серебро девать некуда. Вот она, Amici's пиццерия. Очень хорошее место. Yeah. Итак, ребята, вот меню. Здесь разные пиццы. Очень много разного выбора. Можно сделать свою, какую хотите. Вот тут разные начиночки. Здесь также есть салаты. Здесь также есть пасточки разные, макарошечки. Вот. Но мы закажем, наверное, салатик наш любименький. И пиццу какую-нибудь с тонким тестом. Вот чем она мне очень нравится. Здесь вот такое тонкое тесто, как вот это меню. Так, ребята, закажем мы две пиццы, но они будут совсем маленькие. И тоненькие-тоненькие. А также закажем салатик. Наш любимый называется панзанелла. Салат из черствого итальянского хлеба с артишоками, с огурчиком. Короче, покажем вам. Мы закажем две пиццы. Одну сырную, маленькую, и вторую маленькую с овощами, с разными. Я люблю овощи на пицце. Вот. Are the jalapenos they're raw or they're pickled? Yes, they're raw. Okay, no jalapenos then. That's all? Yeah, I think that's all. Yeah. Пармезан. Настоящий пармезан. We communicate. Me and Vladimir, we communicate through jalapenos. It's like, you know, there's Morse code. Me and Twist TV are like, jalapenos, 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 jalapenos. What do yours have to be pickled? I'm not saying, because then you're gonna decode it. Итак, ребята, принесли нам салатик, наш панзанелла называется. Вот он, хлебушек этот итальянский. Давайте я вам поближе покажу, что здесь есть. Вот салатик у нас. Здесь помидорки черри, артишоки, лучок красненький, зеленый салатик, огурчик и даже вот есть каперсы. Опа. И базилик. Тонко-тонко порезанный базилик. Вот, ну давайте покушаем. Девушки обязательно первыми. Мы же джентльмены. You probably know what I'm saying. Она понимает, что я сказал. Она знает русский. You probably understand what I said again, right? Так, ну что ж, я теперь тоже салатика добавлю себе. Вот они, каперсы здесь, видите? Классненькие такие. Помидорчики, огурчики. Чуть-чуть сольки. Чуть-чуть перчика. И можно немножечко сырка пармезан. Чуть-чуть вот так вот, раз. Ну что, приступим к салатрону. That's all there is to say about the salad. Вы поняли, да? Мою реакцию. Очень вкусно. Заправка с лимончиком, уксус, итальянские специи, такие как орегано, тимьян и базилик. То есть заправка очень вкусная. И вот сочетание этих овощей, ребята, это очень вкусно. Это просто вкусно. Я обожаю этот салат. Он такой свежий. И вот этот вот хлебушек, который впитал в себя немножечко заправочки, томатного сачка и всего вот этого
маслица оливкового, блин, обалденно. Еще вот каперсы, базилик, обожаю. Мы сейчас там увидели, конечно, наверное, не будет видно на камеру, потому что GoPro близко не фокусирует, а не зумит. И там сидела похожая на нашего панчика собака Сиба Ину. Это очень-очень раритетная порода у нас в Америке, их очень мало здесь. Японские такие, похожие на лису. Очень приятно видеть, сидит там такая хорошенькая. Смотри, какая лиса! Вот реальный маленький лисенок такой хороший. А вот нам пиццу уже несут. Оу, е. Так, ребята, принесли нам пиццу. Вот такая вот маленькая, горячая, средненькая, точнее, вот эта вот маленькая с сырком. Вот эта вот маленькая с сыром, а это с овощами. Итак, здесь оливки, артишоки и лучок жареный. Давайте поближе посмотрим. Итак, вот она сырная. Смотрите, какая она тоненькая, маленькая, хорошенькая. О, как сыр растягивается, смотрите. О, вот в этом весь кайф пиццы. Напитки и чай у нас в Штатах не ограничены. То есть сколько хотите, столько пьете. Платите один раз. Это очень классно. Почти халапеньос, но красный чили перец. Я обожаю красный чили перец. Немножечко сырка. Совсем чуть-чуть сырка. И посмотрите, какая тонкая она, ребята. Вот, смотрите. То есть она совсем тоненькая-тоненькая. Даже салфетка и то толще. Итак, пробуем. Мамма миа! Hot? Так, немножечко остриночка есть. Слегонька так дала перчика. Перчик. О себе знать. Ну ладно, пробуем с овощами. С овощами. Оливки, лучок, артишок. Let it rain, let it rain. Смотрите, какая она тонкая. Мамма мия. Сочная, сырная, хрустящая, нежная. Я на диете. Are you frozen now? Ее готовят в печке на огне. Там огонь. Там не просто раскаленная какая-то плита или как в Нью-Йорке делают, но там огонь. Не из дров, из газа, но огонь. Это я внутри пою сейчас от такого вкуса. Ладно, последний кусочек и все. Давайте вот этот возьмем, центральный. Владимирский Централ. Вот он, американский Централ. Американский, американская еда, пицца, суши.
Такая настоящая американская еда. Перчика обязательно. Сырок. То есть здесь можно самому пиццу уже сделать свою из этих сырков и перчиков. Молотый черный перец. Обыкновенный черный перец. Чуточек сольки. И все. No sugar? No sugar, no lemon. Итак, пробуем. Обалденно. Обалденно, ребята. Это очень вкусно. Амичис. Одна из моих любимых здесь пицц. Look, you're growing peppers. У меня перец вообще везде. Перец. Перец. Последний маленький кусманчик. Брависсимо. Вот принесли нам чек, две конфетки, положили остатки пиццы в коробочку, и все это стоит 46.93 за две вот такие пиццы, которые нам хватило слишком, и за салат, за два чая, то есть $46. Вот такая вот конфетка, написано «Спасибо вам». Видите? Хорошенькое такое уютненькое местечко, очень вкусная пицца. Ну, есть еще вкуснее две таких, вообще просто обалденные. Мы вам обязательно на них тоже обзор сделаем. Обязательно. Вот, смотрите, обыкновенный город Mountain View. Очень классный. Здесь очень много знаменитых компаний технологических. И это как бы их маленький такой даунтаун, то есть центральный городок. Let's go. Здесь всегда пешеходов пропускают, что очень классно. Сегодня воскресенье, многие магазинчики закрыты, некоторые открыты. Вот. Ну, а мы сейчас поедем в продуктовый магазин, наш любимый, в Whole Foods, и купим что-нибудь еще покушать на ужин. Вот, ребята, ну что, мы поехали тогда в Whole Foods. До скорых встреч. Пока. Смотрите, ребята, признак осени к нам. Упал на лобовое стекло кленовый листочек. И тут также пальма стоит. А у нас уже осень, ребята. Ладно, ребята, все, до свидания. Люблю вас, целую, обнимаю, нюхаю, ласкаю. Всего вам самого хорошего, любимые мои. Спасибо вам большое, что вы меня смотрите, как всегда. Вот, но мы поехали.